Assalomu alaykum omadlilar. Bugun shanba soat 19 Xalq bankining omad loto lotereyasi 36dan 5 o'yinining 538-chi yutuqlar tirajı. Как красиво вы поздоровались. Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые, дорогие, любимые телезрители. Мы рады вас приветствовать. Мы готовы начать очередной тираж лотереи Омат Лото 5 из 36. Это прямой эфир. Все вживую, и мы начинаем. Бүгүнкү ютуклар тиражыда жамы 430 миллион 975 сомлик ютуклар ойнолады. 430 миллионов 975 тысяч – такая общая сумма призового фонда по всем категориям. Ютк фондынын биринчи категориясы, яни джекпот суммасы 236 миллион 885 миң сомдан ибарат. Джекпот 236 миллионов 885 тысяч сум. Торта сонны топкен ойын комбинациялары үчүн ютк фондынын икинчи категориясы да 77 миллион 636 миң сомлик ютуклар бар. А также по третьей категории за три угаданных числа сумма призового фонда составляет 116 миллионов 454 сумма. И в случае, если победителей по какой-либо из категорий будет несколько, сумма выигрыша разделится поровну среди всех выигравших. НДС бүгінгі теле ойны кузатып барушы Хай Атрайсы ва Золер білен таныштырамыз. Тангиров Якупжон Давлетбоевич, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка, председатель комиссии. Мухаммадов Олимжон Ахтам Оглы, Халк банка Маркези аппарата Дебош Мутахасис, Хайат Азосы. Исламов Олимжон Ахмадович, главный специалист Центрального аппарата Народного банка, член комиссии. Бүгінгі ютқылар тиражыда ойын иштирокчылары томондан 48568 билет харит қылынган ва уларда 194090 ойын комбинациясы қайт етілгені малым қыламыз. Вот такие цифры, билеты, комбинации, все это записано на компакт-диске, который я передаю председателю комиссии. Все запечатано, мы подходим к лототрону, цвета радуги радуют нас. Наши глаза, и остается только пожелать удачи всем. Хамаге омат яр болсын, біз лототрон ішке чырамыз. Поехали! Итак, первый шар под номером 3. Бринч Аракама Уч. Есть второй шар, и это 28. Икинч шар Игрмасакес. Третий шар 27. Учинч шар Игрмасакес. В обратном порядке считаем. Четвертый шар 6, вторая категория. Четвертый шар там 6. Итак, заключительный. Пятый шар 19. Бешенчи шар рақамы 19. Біз рақамларына такрорлаймыз. Дыққат қылын. 3, 28, 27, 6, 19. 3, 28, 27, 6 и 19 являются счастливыми, а мы очень надеемся, что кому-то крупно повезет и кто-то обязательно заберет джекпот. Шундай натижалар эсе Халк банкнинг маркези ахборот тизимига юборилди ва улар эълон қилингунга қадар биз ҳам сизларга керакли маълумотларни етказмоқчимиз. А знаете, если джекпот никто не выиграет, то мы не будем горевать, потому что надо, наверное, дать чуть-чуть вырасти. Но это не в наших силах. Это все получится, выйдет так, как выйдет, потому что лототрон все решает, и ваша удача. Топ тогри илхом, бизге буни мутлақо боғлиқлик жой йўқ, чунки лототрон ўзи хоҳлаган рақамларни мана шундай кетма-кетликда ҳар тиражда хоҳлаганча чиқариб беради ва агар сиз оматли бўлсангиз ва ўз оматингизга ишонсангиз, албатта ғолиб бўласиз. Демак, Халық банки лотереяларини шу ўринда айтиб ўтишимиз керак, банкнинг истаган филиаллари ёки Испания чоқобчаларида хоҳлаганча комбинатсияда ҳеч ким сизга чеклов қўймайди, рўйхатдан ўтганшингиз мумкин. Ҳафта бошланиши
birdan shanba kuni soat 16:00 ga qadar vaqt uzaygan bo'lsangiz kerak. Итак, вся нужная информация по следующим адресам. Lotterynews.us, Лотерея УС, Халк Банк, через букву К, а не Q. Это телеграм-канал, а также код города Ташкента 71-200-05-55. Я все это знаю наизусть, почему я смотрю на эту бумажку. Наверное, нужно что-то, да? Gestures. А также можно обратиться в любой филиал Народного банка. И в системе УСПАЙНЕТ тоже есть такая функция, где можно сыграть в лотереи Народного банка. Мы это все говорим. А, потому что это очень важно. Б, потому что мы заполняем время, нам нужно дождаться ответа. Озу хозыр ойлап калдым, Илхом. Хорджи тілні біладген юрташларымыз көп. Мобадо, агер сізге шындай ілтимас қылынса, йоки таклиф қылынса, қазір эфирні инглиз тілді алып барынды. Күйіншілік мұтлақа тұқдырмасы кереге сізге? Ну, понимаете, я думаю, я это легко справлюсь с этой задачей. Кстати говоря, да, звоните. Это была реклама. Шындай, брат, күліш балдик, леке хақиқатты. Илхом тілні жүді яқшы біләділер, хорджи тілләріні, бұ, зор. Біз есе нәтижелерге қараймыз. Үчінші категория бойынша 2480 битті комбинация ютқылы деп топылды бауларының. Хар бір 46938 сомнан пүл ютығыны қолге кіртшіді. Посмотрите, как красиво. По второй категории. Количество выигрышных комбинаций 70. Сумма выигрыша на одну 1 109 086 сумм. И у нас остается первая категория, где сегодня победителей, увы, нет. Потому что вот так вот. Ноль выигрышных комбинаций. Это было хорошее предсказание, чтобы джекпот был больше, выше, крупнее и побольше ноликов. А бүгін джекпот соқып анықламады, леген хапа болмаймыз, кефетіні чүрмейміз. Чүнкі кенге 539-ші ютықлар тиражы үчін джекпот сумасы 430 миллион 975 сум деп белгеланды. 430 миллионов 975 тысяч. Это джекпот на 539-й тираж лотереи Омат-Лото 5 из 36. Вот такие результаты на сегодняшний тираж. И мы обращаемся к председателю комиссии. Есть ли вопросы, претензии по проведению розыгрыша? Ойын лотереялар фаалиятынын тартипке салуучу меёрий хужетлер, талаплар асосунда өткөрүлдү, этиразлар жок. Катта рахмат, Якупжон Давлатбоевич. Біз есе ғолыпларыны яны бір бар табриклейміз. Ва, эслетме орныда яны бір бар айтып өтмокчымыз. Эфирден соң, Ташкент шахырдегі 71, коды білен 205-55 телефон рақамларыға қоңырақ қылген қолды. Бүгінгі сираж нәтижелер білен танышы имконияты бар сізді айзілер. Кенге хапта кече, өзіңізіне қытат қылин. Увидимся, услышимся. Пока, дорогие телезрители. Яхшы кафет, дайми хамрох болсын сізге. Удачи, удачи во всем. Увидимся, дай бог. Что за реклама?